ситуация в проекте. Вам хочется работать в новой программе, но ей нужно учиться пользоваться, хоткей, принципы работы и так далее. А у вас заказы с почасовой оплатой. Если будете втрое медленнее работать, пока осваиваете новую программу, клиенты этого не поймут. Что сделать? Воспользоваться методом внедрения нововведений не говорю. То есть сначала прокачать навыки работы в новой программе, ну, до среднего уровня, а потом просто начать ей пользоваться в клиентских проектах. И если все сделаете правильно, никто не заметит подмены. Хитрость. Сделайте первые несколько проектов в новой программе с новыми клиентами, у которых еще нет ожиданий по скорости вашей работы. Менять старые ожидания всегда сложнее, чем задавать новые. Опасность. Не обманывайте клиентов. Если подменить программу незаметно не получается, не скрывайте это. Выложите клиентам честный багаж. Мол, хотите попробовать другую программу, но это может повлиять на скорость и стоимость работы. Вполне вероятно, что клиентов это устроит. С вами был Николай Таверовский. Смотрите советы по управлению и становитесь круче.